Авария в школе номер 65 произошла месяц назад. Тогда из-за выброса пара в результате разгерметизации 50-литрового водонагревателя обрушилась часть потолка. Повреждения получили стены. Помещение столовой оказалось в ужасном состоянии и требовало немедленного вмешательства. Трещины были от аварии, пострадала самонесущая стена. Также, как вы видели, мы делали усиление угла соседней стены перпендикуляру той, что мы снесли. Она была тоже вся в трещинах, делали усиление, завязывали, армировали стену. Также сделаны по ней, сейчас выполнены уже фактически отделочные, черновые отделочные работы. То есть вы сейчас вот это фактически не видите, но там очень много металла. В городской администрации держат ситуацию на контроле. К новому учебному году школе выделено более 1 миллиона 360 тысяч рублей. Это и на приобретение учебников, и на ремонт. Вопросы, которые связаны с кровлей, устранение промочек, которые есть на потолке обеденного зала, по электричеству, также будут решены. В настоящий момент уже решен вопрос замены двух оконных проемов в обеденном зале. Мы видим, что все они сегодня современные и соответствуют тем требованиям, которые предъявляются к образовательному учреждению. На сегодняшний день стена, вызывавшая опасения, демонтирована, конструкция остальных усилена, претензий к безопасности столовой больше нет, а кухня, примыкающая к ней, будет лучше прежней. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Канализация, вот одна, трап. Да? А здесь будет сколько стоять на закрытие? Здесь стоит одна, здесь стоит вторая, стоит третья, стоит четвертая, умывальник. Умывальник, картофельная чистка. Самое сложное позади, но сейчас главная задача уложиться в сроки. Все работы должны быть завершены до 1 августа. 1 сентября ученики придут уже в обновленную школу. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.